питания подчинены трем принципам. Стоят на трех столпах. Все можно делать. Первое – вера в Бога, любовь к Богу, к Библии, страх перед Богом, жизнь во Христе по Евангелии. Второе – уважение, почтение к родителям, старшим и воспитателям. Третье – труд ежедневный не менее 4 часов в день, не исключая никого. Ваня, свободен. Почему ты это нам говоришь? Я почему сейчас их опрашиваю, этих двух отроков? Он зашел без разрешения в келью. У нас этого делать нельзя. Одному заходить нельзя. Вдвоем тоже нельзя. Нужно спросить разрешение. Поэтому всегда с разрешения. Одному вообще никак нельзя. Хоть ты... Можно я один войду вообще? А вдвоем можно. Но он говорит, я забыл. Ну, я ему верю, что он забыл. Но иди к уставу. Теперь три основных правила расскажи. На чем основано у нас воспитание в лагере Стани. Вот один рассказал. Теперь слушаем второго. Ну? Тарас, иди еще повторяй. Нестор, проконтролируй, потом через минут 10 подойдешь. Пока с первого раза не получилось.